Тюменская команда выиграла все 6 матчей в турнире, забросив в ворота соперника в общей сложности 67 шайб и пропустив свои всего 6. В групповой стадии Кубка первоклассника легионеры прошлись катком по таким командам, как «Союз» Киров, «Алания» Владикавказ, «Серебряные волки» Елабуга и «Дивон» Туймазы. В финале легионеры встретились с победителем другой группы «Метеором» из Москвы. Матч завершился со счетом 4-1 в пользу тюменцев.